машинам. Возможно, у нас код 1013. Нужно найти машину 55. Погоди, это она? Так, я сообщу. Это патрульная 24. Мы нашли машину 55. В ней никого. Вас понял. Матерь! Они сзади! Уходим! Жми, жми! Центральный прием! Это машина 24 на нас! Машина 24, что там у вас? Центральный, это машина 24. Мы на нас... Машина 24! О, боже! Назад! Данные просканированы. Загрузка. У меня немного странная просьба, агент. Я бы не хотела отвлекать людей на посторонние задачи, но... Если встретишь музыканта по имени Хезер Лау, пожалуйста, отведи ее на базу. Или, если до этого дойдет, скажи мне, где она. Она моя сестра, и она куда-то пропала. Последний раз ее видели в лагере у волноломов, в том, которого больше не существует. Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. Поблизости обнаружена эхозапись. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Нет, тебе туда нельзя. Они сожгли магазин, который прямо через дорогу. Там слишком опасно. Слушай, Фэй сказала, что я должна отмечаться каждый день, а встревоженная Фэй ничем не лучше разъяренной Фэй. Давай, давай. Эй, проблема захотелась, детка? Чё там такое? Да кишка там! Нам торчать на морозе, пока ты все себе загробастаешь. Ах, чертова холодрыга. Заткнитесь и следите за переулком.
Фэй, Фэй, это Хезер. Слава богу, я так за тебя волновалась. Где ты? Ты в порядке? Я забыла рацию в квартире. Но все нормально. Правда, пришлось разбить гитару о башку одного урода. Пришлось что? Нет, ладно. Слушай, Хезер, я вышлю за тобой людей, и они отведут тебя к нам. Оставайся на месте, не вздумай никуда уходить. Ну что, пойдем отсюда? Скажу честно, агент. Я тебе признательна. Очень признательна. Я вышлю за ней патруль, но, прямо скажем, я перед тобой в долгу. В большом долгу. Я не знаю, как тебя благодарить. Ладно, я буду на связи. Внешнего мира к нам поступает значительная часть продовольствия, оружия и медикаментов. Но у нас тут группа бунтовщиков со взрывчаткой, и они собираются прорвать карантин. Гарнизон ОТГ пытается их сдержать, но у них не хватает сил. А если мародеры взорвут шлюз, то мы и снабжения лишимся, и люди погибнут. Мне сообщили, что капитан Бенитос сейчас в самом пекле. Нам нужно взять этот сектор под контроль, а Бенитос пусть вернется на базу. Такой план. Диспетчер по трулям. Обнаружено укрепление на складе на 33-й западной. Нужна помощь. Давай, сходи сам, да проверь. Большое спасибо спецотряду за помощь. Это капитан Бенитос. На КПП у тоннеля Линкольна срочно нужно подкрепление. Эти скоты прорывают оцепление. Если взорвут шлюз, тут все утонет. Черту!
Они прорываются к тоннелю и палят от них подряд! Сколько же их налетели, как саранча? Не пропускать! Капитан Бенитос, это Фейлау. Мы агенты спецотряда, и мы зачистили вам периметр. Подключаю вас к нашему каналу связи. Направите нас туда, где мы будем нужнее всего. Это хорошая новость, но плохих новостей у нас больше. Несколько этих ублюдков прорвались и теперь минируют шлюзовой затвор. Они будут выбираться отсюда любой ценой. Если бомбы взорвутся, вы знаете, что с нами будет. Я пришлю сапера, она разберется с бомбой. Прикройте ее. Прикрой меня. Я ее обезврежу. Внимание! К вам приближается противник. Противник.
Мы еле живы остались. Им плевать, сколько они убьют. Выбирайся. Встретимся в центре управления. Смотрите, кто пришел. Так, что у нас осталось? Близ и батальон будут представлять... Я не знаю, кто вы, но рад вас видеть. Надеюсь, на вас можно рассчитывать, а то... Нас ждет адская мясорубка. Слушайте все, мы у нас все две новости, хорошая и плохая. К нам на помощь прибыли агенты спецотряда, но враг от нас просто так не отстанет. Агент, наши друзья поставили впереди снайпера. Будь начеку.
Агент, мне сообщили, что угроза ликвидирована. Я говорю тебе спасибо, и мои люди тоже. Да тебя благодарит весь долбанный Нью-Йорк. Я возвращаюсь на базу. Встретимся там. Отлично. Если бы взорвали шлюз, мы бы лишились основного канала снабжения. Теперь Бенитес сможет вернуться на базу. Там и увидимся. В следующий раз приходи побыстрее. Первая фаза прошла. Кстати, я скинул вам кое-какие интересные разведданные. Эти бандиты просто звери. Лау сказала, что уже все загрузила. Эй, можно тебя? Заходи. Капитан Бенитес даже раздобыл свежий кофе. Да, я просто проходил мимо бывшего Керманс. Наша зона ответственности от среднего до нижнего Манхэттена, потому что... никто не может сейчас свалить с острова, мы в том числе. Главная проблема – это нехватка личного состава. Сейчас почти все эти районы контролируются преступными элементами. Уголовники, чистильщики, бандиты. У меня банально не хватает бойцов, чтобы следить за порядком в городе. Так что эти козлы гуляют там себе, берут что хотят и убивают кого хотят, потому что некому им помешать. Необходимо провести там зачистку, чтобы... хотя бы обеспечить людей едой и медикаментами. Ну, не знаю. Учитывая размеры территории и число бандитов, я как-то сомневаюсь, что вы справитесь. Не обижайся. Но эти волки вас растерзают. Капитан, мы сами волки. Ну да, да. Может, тогда попробуешь убедить спецотряд прислать подкрепление? На данный момент это все, кто у нас есть. Дожили. Умоляю федералов забрать у меня город. Если появятся новые данные, мы тебе сообщим. Удачи. Без нее никак. Только не под... Куда же вы? Прекрасно. Теперь мы тут заживем со всеми этими наворотами. У тебя отлично получилось. Сообщение службы экстренной помощи. Я буду на связи. Действуй.